кошмар. 8 часов вечера, греем машину. Сейчас выйдет Кира. Ну и как завершение рабочего дня поедем в бассейн. Чем еще заняться после работы? Довольная, накупалась, да? Да. Ну садись уже. Я взрослая мама. Пристегнуться не забыла? Что ты так гупаешь, как мама прям? Надо, чтобы дверь хорошо закрылась. Давай. Ну как тебе тут? Прикольно. Прикольно? Сейчас поедем. Как тебе секретик? Какой? Впереди сидит. Прикольно. Не, бабушка разорется, то что нельзя. Ты пристегнутая? Да. Ну как тебе? Прикольно. Прикольно, а что тебе прикольно? Едем в Ривью видно. Мама, что там прикольно? Да. Сзади? Я сижу на самом безопасном месте. За водителем. С таким водителем я не был бы так уверен. Ну а ты что? Круто. Как тебе? В шипздрике. Шипздрику спереди. Мужа беду, назначаем его. Да? Прикольно. А мы сейчас домой поедем? Да. Мы уже едем, между прочим. На секундочку. Первый раз приедем спереди, да? Да. Не, мам, я когда-то ездила, но это чуть-чуть, там, чтобы папа машину подправил или что-то такое. Какое такое? Ну, подправить там машину. Если не рано стало. А здесь прям в середине. Мам, кружочек, откатиться чуть-чуть. Да вот сейчас покатаемся, не переживай. А здесь прям целую дорогу прям едешь. Красиво. Вот так вот маме нравится мягенько, да, мама? А мне прикольнее, когда сиденье отделено. Никто больше к тебе сюда не подсаживается, да? Да. Отделено либо на подушечке на какую-нибудь, или такое разделение какое-то. Либо еще стенка. Ящик с салфетками у тебя есть. Ага. Круто. Круто, да? А еще можно по кармашкам гладить. По кармашкам? Да. Здесь? А если захочешь покушать, тебе придется вставать. Столик-то под твоим сиденьем сейчас. Я поем аккуратненько. Все, поворачиваем? Нет, поехали вокруг кольца. Пусть уж покатается. Да, гаишников поищем, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ой, катают Киру, да? Накупалась 10. Хоть? Ага. Как поплавала вообще? Прикольно. Сейчас время, мам. А вот время. Сколько времени? А это 2? Да. 21 час 18 минут. Представляешь, мы вот это вот после работы, уставшие. Мама вообще голодная. Мама голодная, сейчас пожрём. Пожрём? Да. Может, покушаем? Пожрём. Да ты-то куда пожрём? Ты уже все, спать. Ну что, поддадим газку? Да. Так бы чуть-чуть. Хорошо. Там, видишь, люди перебегают. Папа, поддадим газку, это значит побыстрее поедем. Тут полицейские лежачие, видишь? Их надо аккуратненько. Вот, лежали на дороге. А что на дороге? Называется так, лежачий полицейский. Кочечка такая. А. Специальная, для безопасности. Понятно. Это прикольная. Прикольная штука. Там дядя какой-то непонятный, плохой. День непонятный и плохой дядя. Потому что он включил музыку, хотя уже всем спать надо. Детская, что ли?
Ну что, разгоняемся? Да, чуть-чуть. Папа, квас? Папа. Чё? Чё такое? Прикольно. Прикольно? Да. А где вот под... Ну, вот смотри. Вот. Чпунька. Чпунька. Это лежачий полицейский. Да? Это кочка. Называется лежачий полицейский. Почему вот эти вот знаки, два знака, они отражаются? Они отражают свет. Никуда не торопимся. Да? А теперь по двору поехали. По двору. Да? Да. Я не знала, то, что в машине есть что-то отражать. Какой? Что-то отражает лёдочек. Что это? Я не знаю, что такое что-то отражатель. Это когда-нибудь на рюкзаке. Папа, блин, это назвал котопотики. Котопотики. Да, ты нет? Котопотики. А что кота? Почему не звали так? Котоходы. А почему не саба? Котики. Не, ну, кота, кот. Котопотики. Котофотики. Кота. Это произведение от кошки, да? Сокращение слова. Мы сейчас вот так еще пойдем? Нет. Сейчас второй выйдет. Никто там больше не снимется. Да он же там еще шлепает. А тебе же надо запинать.